Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами снова Лев. В этом видео я хочу показать вам небольшое наблюдение, как и где лучше всего проращивать половню. Наверное, так это видео лучше всего назвать. Как я его назову, пока не знаю. Сейчас покажу вам само дерево. Вот это половня. Огромное количество семян она вокруг себя разбрасывает. Если походить, посмотреть вокруг, то саженцев-то, в общем-то, ни одного и нет. Вот даже поближе, прям под саму крону, если подойти, вот тут эти коробочки с семенами валяются, но нет совершенно проростков абсолютно. Ищем, ищем, ищем и находим место, где в прошлом году жгли большой-большой костер. И что мы видим? Здесь отлично себя чувствуют молодые половни, достаточно крупные, ну с полметра, наверное. Это видео снимаю для нужд своей эколавки, для тех, кто приобретает у меня семена павловни, чтобы покупателям было проще прорастить и получить свои деревца. Ну что, спасибо за внимание. Надеюсь, это видео будет кому-нибудь полезным. Ставьте лайки, комментируйте, делитесь им в социальных сетях, подписывайтесь на мой канал. Всего доброго!